Саша Лепницкий решил в свой очередной день рождения устроить рок-фестиваль. Так как гонения на рок были в самом разгаре, пришлось устроить фестиваль у себя на даче, на Николиной горе. Начиналось все в центре поселка на сцене местного парка. Очень скоро приехали черные машины, оттуда вышли люди в штатском и разогнали весь несанкционированный рок-фестиваль. Дайте мне топ, дайте мне ход, дайте мне спеть эти пять нелогичных нот. Тогда меня можно брать руками. Саша решил не сдаваться и устроил фестиваль прямо у себя на дачном участке. Люди в штатском уже никак не смогли помешать веселью на частной территории. И зрителей набилось довольно много. В основном, конечно, это был рок-десант из Ленинграда во главе с новорожденной группой «Кино» плюс девушки. Также среди зрителей была замечена бабушка Лепницкого, актриса Татьяна Акуневская, актер и режиссер Иван Дыховичный и старые друзья Троицкий и Костенко. Выступление «Звуков Му» поддерживал зажигательный танец от жены Мамонова Тани. «Муха – источник заразы, сказал мне один чулак.